Как же приятно сидеть на скамейке летней ночью и смотреть на небо. В каждом дворе жилого дома можно увидеть садовую скамейку, а то и не одну. Это важный элемент декора и уюта, который под силу изготовить самому, к тому же требуются только золотые руки, инструменты, фантазия и целеустремленность. Порой поражаешься, до чего же способны додуматься творческие личности. Именно они дают толчок всем остальным.